В Большом зале Гомельского облсполкома члены Совета Республики, депутаты Национального собрания и областного совета, руководители исполнительных комитетов, предприятий и организаций региона. Геннадий Соловей родился в 1963 году в Новогрудском районе. Трудовой путь начинал зоотехником. На разных должностях работал в сельских хозяйствах Минской области. Возглавлял Клецкий и Несвежский районы. С ноября прошлого года был первым заместителем председателя Гомельского облсполкома. Хорошие отзывы о работе Геннадия Михайловича уже в должности первого заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета. На самом деле Геннадий Михайлович требовательный, принципиальный и честный человек. Это, скажем, и моя личная характеристика, и не только моя. Я просто уверен, что вот с его приходом и назначением на должность председателя Гомельского областного исполнительного комитета область получит новый импульс в своем развитии. Во время представления Геннадия Соловья характеризуют как человека, который может решать задачи любой сложности. Утверждение в должности председателя облсполкома проходит открытым голосованием. Все депутаты за. Геннадий Соловей получает удостоверение главы региона и приступает к исполнению своих обязанностей. Конечно, в развитии промышленности есть определенные проблемы, которые сегодня нацелены мы решать. Есть вопросы, которые сегодня мы должны однозначно уделить нашему сельскому хозяйству. И предназначение президента было обращено внимание. Да, на самом деле Гомельщина, она имеет определенный свой спектр развития, она имеет свои определенные и проблемы, которые мы сегодня однозначно должны принять решение и исполнять для того, чтобы нарастить объемы производства. Олег Сентеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели.